Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Если вы планируете самостоятельно выращивать томаты и перец через рассаду, то я настоятельно советую выполнять все меры подготовки семян к посеву. Многие садоводы в принципе не понимают и половину того, что мы делаем. Вопросов миллион. Зачем замачивать? Зачем подкармливать? Зачем что-то делать? Ведь все и так растет само по себе. Если вы из таких, то смело можете выключать это видео. Итак, для чего же проводится замачивание семян в нашатырном спирте? Дело в том, что в семенах содержатся ингибиторы, которые препятствуют прорастанию. Для окисления ингибиторов дома можно использовать нашатырный спирт. Это совершенно безопасный метод. Через 2-3 часа нашатырь как бы взрыхляет оболочку семян, насыщает их кислородом, напитывает азотом и одновременно обеззараживает. Можно использовать общий раствор, который подходит для семян любых культур. 1 столовую ложку нашатырного спирта разбавить в 1 стакане воды, промокнуть тряпочку и положить туда семена на пару часов. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!